Здравствуйте, это программа «Афиша». Традиционно узнаем о самых интересных культурных событиях в городе. Жюль Габриэль Верн – французский писатель-путешественник, один из основоположников жанра научной фантастики. Читателей по сей день восхищают удивительные истории героев его популярных произведений, более 120 из которых экранизированы. С 8 по 28 февраля Магаданский колледж искусств приглашает посетить выставку «195 лет со дня рождения Жюля Верна», на которой представлены произведения самого автора, а также литературно-критические издания о его творчестве и нотные издания, имеющиеся в библиотеке колледжа. Вход для всех желающих бесплатный. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Федора Шаляпина, великого русского певца, оказавшего большое влияние на мировое оперное искусство. В честь этого события 13 февраля в 15:00 колледж искусств приглашает зрителей на лекцию «Искусство вечно, как и сама жизнь». Лекция посвящена этапам жизненного пути разносторонней творческой личности Федора Ивановича. А в качестве иллюстрации песенного творчества вниманию зрителей будут представлены произведения в исполнении студентов и выпускников колледжа по специальности «Вокальное искусство». Лекцию ведет преподаватель Магаданского колледжа искусств Анна Васильевна Белая, а вход для всех желающих свободный. Официальной датой рождения гражданской авиации страны считается 9 февраля 1923 года. Благодаря профессиональным коллективам гражданской авиации укрепляются межрегиональные и международные связи, обеспечиваются безопасность и регулярность полетов, а также улучшается аэронавигационное обслуживание. На торжественном мероприятии, которое пройдет в Центре культуры 15 февраля в 17:00, прозвучат слова благодарности в адрес работников гражданской авиации. Отличившимся будут вручены награды, а яркие выступления творческих коллективов города и области наполнят этот день прекрасным настроением. В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Малом зале Центра культуры состоится познавательная программа для детей и молодежи. Участники подробно узнают о том, кто такие защитники Отечества, как называли их в старину, о разных видах войска, о военных профессиях, о героизме наших предков и современников. Мероприятие поможет юным защитникам в полной мере ознакомиться с историей России, совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны, узнать о славных победах российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества. Вход для всех желающих бесплатный, а узнать все подробности можно по телефону, который вы видите на экране. 17 февраля в 18:00 в Магаданском областном театре «Кукол» состоится заключительный концерт «Живое слово о войне». Уже многие годы региональный конкурс авторских поэтических произведений и исполнителей бардовской песни вносит неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного наследия страны и воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине. Билеты можно приобрести в кассе театра. Ярмарка мастеров «Творческая волна» приглашает посетителей на выставку-продажу подарков и сувениров ручной работы от магаданских умельцев. На выставке можно будет найти самые яркие и полезные сувениры для дома, а также приобрести приятные подарки близким. «Творческая волна» развернется на втором этаже библиотеки имени Пушкина 17 февраля с 17 до 20:00. В Большом зале Центра культуры состоится отчетный концерт народного ансамбля казачьей песни «Горлица». Ежегодно коллектив позволяет зрителю окунуться в глубину традиций казачьего народа, в его песни, быт и культуру, тем самым прикоснуться к многогранной и богатейшей истории нашей страны. На концерт «Станицы России» ансамбль ждет своих зрителей 18 февраля в 17:00, где представит лучшие произведения из своего репертуара. Приобрести билеты и узнать все подробности можно по телефону 62 61 84. Каждую субботу и воскресенье в 13 и 15:00 арт-терапевт Елена Дегтярева приглашает всех желающих отдохнуть душой и телом на мастер-классе «Картина в стиле арт-декор. Исцеление сердца». На занятии участники не только узнают много нового, но и смогут расслабиться. Записаться на мастер-класс и узнать все подробности можно по телефону 8 914 864 99 98. На этом пока что все. О самых интересных культурных мероприятиях в городе расскажем в следующем выпуске «Афиши».